этот фильм можно не смотреть. Но посмотрев однажды, невозможно не пересмотреть его снова. С любым из нас может все что угодно произойти. Ты станешь частью этой истории. Где шел бы ты, а? Тихо. Станешь никому не нужен. Боречка, ну почему у твоего брата всегда так много проблем? А он творческая личность. Ему без проблем жить скучно. На что ты готов? Ради этого. Ну, я не могу сейчас. Да и потом я сценариев не писал никогда. Сколько? $300,000! Бегом ко мне! Он мне нравится. Спасибо. Как говорится, есть деньги, есть кино. Особенно сейчас. Твое плечо, Гриша, не чувствую. Потому что ты не тот романтик, в которого я была влюблена. Любовь станет для тебя иллюзией. Вы там все пишете всякие сюжеты, геройство. Сами не герои. Потеряешь все, что имел. Поедем ко мне. Ну ты что? Поехали. Завтра весь город узнает. Мама, она не поймет. Да, поедем. Гриш, ты прости меня, уезжай. Ты несчастливый. А? Ты несчастливый. Ты захочешь изменить судьбу. Ненавижу. Цена вопроса. Когда деньги уже ничего не значат. Ненавижу. Уходите. Подожди, успокойся. Нет, мое решение, нет. Спасая свою любовь, приготовься потерять ее. Ты прости меня. И даже время работает против тебя. То время, которое вы сейчас оттягиваете, оно вас спасет? Когда вернуть уже ничего невозможно. Тридцать седьмой роман.